Уважаемые коллеги, добрый день. Мы встречаемся в сложное время. Отмечу, что эта Россия целенаправленно готовилась к силовому сценарию, к кровавой бойне и этническим чисткам на Донбассе. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Именно принципиальные для России и для нашего будущего вопроса то, что гибнут люди, то, что сотни тысяч, миллионы стали беженцами, то, что в городах происходит настоящая гуманитарная катастрофа, все безразлично. Россия будет последовательно доводить свою позицию до всего мира. А позиция у нас честная и открытая. Моральная и нравственная деградация, полное расчеловечивание. Это как фашисты, которые в последние дни Третьего Рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв. Просто напрашиваются прямые аналогии с антисемитскими погромами, которые устраивали нацисты в Германии 30-х годов прошлого века. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.